хотелось бы успокоить родителей, в родительскую плату не будут входить ни коммунальные расходы, ни все другие сопутствующие расходы, которые связаны с содержанием ребенка в дошкольном образовательном учреждении. В основном в родительскую плату по рекомендациям Министерства образования входит это 100% стоимости питания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Наверное, это и правильно. Родительская плата в каждом муниципалитете будет устанавливаться своя. Кроме питания, они имеют право закладывать туда и другие расходы. Ну, например, хозяйственные расходы отдельные, например, расходы на мягкий инвентарь.